Без единого иностранного гвоздя и гостя. Первый запуск трамвая в Самаре называют абсолютно русским. Сам вагон собирался в Коломне, а из ворот депо в 1915 году он вышел благодаря только лишь сотрудникам Самарского трамвайного управления. Это строительство вагонов и открытие движения у нас шло в годы Первой мировой войны, то есть в экстремальных условиях. Но, тем не менее, наше предприятие, энтузиасты трамвая, городская власть с этой трудной задачей вполне справились. Это точная копия того самого трамвая. Вагон воссоздали для съемок в первом боевике «Тревожные ночи Самары». После съемок его разобрали. Далее наши энтузиасты, наши патриоты, ветераны предприятия, они подумали, а почему не сделать такой вагон, не воспроизвести вот эту модель первого трамвая для себя? Так было и сделано. Создали его своими силами вот на этой территории и вот в этих мастерских, которые у нас на заднем плане находятся. И сначала вагон этот использовался для внутренних нужд. Он был служебным, стоял вот так около административного корпуса. В 1984 году трамвай подлатали, украсили, и почетные сотрудники предприятия проехали на нем по улицам города, подвозя по пути пассажиров. С тех пор исторический трамвай стал выезжать по праздникам. День города, день рождения трамвая, день победы. В ТТУ до сих пор хранится вагонная книга. Другими словами, паспорт трамвая. Отметки об осмотре и о том, что разрешается выезд вагона на линию. Водил трамвай специально обученный для этого водитель Каюм Даудов. И он это делал без аварий, без всяких происшествий, абсолютно идеально. Через 10 лет вагон стал музейным экспонатом. К столетию Самарского трамвая, которые будут отмечать в следующем году, вагон обновят и отремонтируют. Новыми красками заиграет и само предприятие ТТУ. Вот уже месяц художники рисуют на заборе историю трамвая. Я монументально запечатляю себя в этом городе. Сейчас нанесен фон, а в рамках желтых внутри будут картины с видами старого города и с видами нынешнего города. Разукрасить предстоит десятки секций. Ближе к юбилею трамвая на Коммунистической появится арт-объект, созданный самарцами для самарцев.